Ребята, всем привет! И сегодня я вас научу, как же правильно завязывать ленту. Начинаем ее сворачивать. Вот таким вот способом обматываем. Мы ее обмотали и доматываем до вот этой вот косточки. Нога должна быть в таком состоянии. Берем вторую ленту и начинаем тоже обматывать. Ленту вы пришиваете к себе. Что же я вам могу сказать? И доматываете тоже, пока не останется. Самое главное, обязательно не спереди, не сзади, не тут, а вот тут. Начинаем мотать. Не надо мне писать, потому что у вас здесь коротко. У вас здесь все очень нормально, и так все должно быть. Немножко понижаем снизу. И начинаем. Раз, на один узелок. И на второй. Два. И затягиваем. У нас получается вот такой вот бант, но ни в коем случае себе не делаем бант. Дальше. Мы берем и эту штуку не наверх, а вниз. Такая вот будет гарантия, то, что у нас ничего не развяжется. И пихаем своим пальцем туда вот внутрь. Туда внутрь мы пихаем пальчиком. И вам получается вот такая вот красивая штучка. А на этом все. И всем пока!